Меня зовут Стеценко Виктория, я ученица 11 Б-класса Щелковской гимназии номер 6. Я хочу вам рассказать про своего дедушку. Он является ветераном Великой Отечественной войны. Ему сейчас 94 года, и зовут его Акимом Александр Никифорович. Он родился в далеком 1926 году на Рязанщине. Край красивый, благодатный, с заливными лугами, с быстрой чистой речкой. Его детство пришлось на период коллективизации. У семьи отобрали лошадь и всю птицу. Семья была большая, пятеро детей, кушать было нечего. Ребятишкам в деревне было предложено сохранить урожай посредством ловли мышей. За каждые 50 мышиных хвостов можно было получить талон на покупку отреза ткани. Дедушка с 10 лет помогал маме и папе в поле и в огороде. Был в колхозе водовозом. Дедушка мне рассказал, что 22 июня 1941 года он стоял в очереди у магазина, чтобы выкупить хлеб. День был не очень жаркий, дедушка был одет в самотканную рубашку и штаны. И дедушка в этот день узнал, что нам Германия объявила войну. С тех пор стало жить еще тяжелее, а в 1943 году 17-летнего дедушку призвали в Красную армию. Дедушку везли в товарных вагонах вместе с другими солдатами. У него началась служба в лагерях Песочной в Костровской области. Его учили на пулеметчика. Дедушка жил в землянке, которая имела вход с двух сторон. Спали солдаты на двухэтажных деревянных нарах. Света не было в землянке, и спасали только масленки, в которых был вставлен фитиль. Масленки вообще были предназначены для того, чтобы смазывать оружие. Мало кто солдатам объяснял, на какой территории они сейчас находятся, потому что у них было задание занять огневую позицию. Бой боем, но приходилось встречать пополнение, пополнять боеприпасы, менять пушки на новое оружие. В редкие минуты отдыха дедушка писал письма, но, к сожалению, они не сохранились. Я спросила у дедушки, было ли место искусства на войне. Он долго думал и вспомнил всего лишь один случай, как к ним приезжали артисты рассказывать стихотворение. Но как только начались обстрелы, они быстро собрали свои вещи и больше не вернулись. Что было самым тяжелым на войне? Может быть, ранение или еще что-то? Дедушка мне сказал, что был ранен в шею. Ну, он был ранен легко, ему его шею перевязали, но он не обратился в санитарный батальон, потому что понимал, что он может не вернуться сюда обратно, но он выбросил сразу эту мысль из головы, потому что он уже сдружился со своими однополчанами. Дедушке выдали трубочки, как гильзы. Нужно было туда вписать адрес, где жили солдаты. Это было на случай того, если солдат погибнет, и нужно было сообщить об этом родственникам. Но дедушка этого не сделал, потому что посчитал нужным, чтобы родственники надеялись на то, чтобы он жив, или попал в плен, или пропал без вести. Дедушка был награжден орденами за боевые заслуги, за отвагу перед Великой Отечественной войной второй степени. Он вообще самый сильный у меня. Он очень любит читать стихотворения. Я когда к нему приезжаю в гости, он все каждый раз рассказывает все новые и новые стихотворения, которые учил вот в школе, в начальной школе. Я удивлена этому, какая у него память, и горжусь им. Я ему благодарна то, что он защищал нашу родину от фашистов.